Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Фома ТВ. И сегодня мы с Женей выехали на рыбалку на озеро. У нас сейчас глухозимье и клюет только рядом с рекой. Вот мы уже ловим. Ну, здесь клюет пока только ёрш. Но бывает и иногда сорожка. Вот мы сейчас ловим. Женя ловит на поплавок, я на кивок. Ловим на мотыля. Вот я уже поймал 3 ерша. О, Женя поймал сорожку. Прикольно. Ну все, будем ловить. Всем приятного просмотра. И сразу вот такой вот окушок. Ну камера, сразу скажу, уменьшает. Он такой приятный. Прямо взял со дна, просто лежала мормышка. Так, ребята, со дна опять клюет, потому что ерша поймал со дна. Вот она, это ершик. Сразу же. Сразу поклевку видим. Тихо, он есть.
нормально. Либо очень большой крючок для этой рыбы. Не знаю, вот клюет вообще хорошо. Но не выдает, не подсекает. Ладно, сейчас поменяю. Ну вот мы уже сколько Жени наловили. Вон там наловил Женя. Вот эта кучка моя. И сегодня более такая рыбалка. Так скажем, отчет, что у нас сейчас клюет. Не густо, но и не пусто. Собираемся уже домой, все вещи собрали. Складываем палатку и уезжаем. Ну, всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.